Друзья, всем привет! Начали мы подкармливать ячменя зимы наш. Вот это сейчас по нему хожу. Ну это край тут погуще. Тут же у нас канадским редко сеялся. И условия, конечно, осенью были не очень. Очень плохо сходил. Ну так более-менее. В общем, начали мы вчера ночью. Кидывали в румом. 50 гектаров кинули и приехали, а оно толком не растает. Вот так есть местами, где видно селитру еще. И решили мы повторно сеялкой. Но не растает, потому что земля уже сухая. Подбирали моменты, когда будет ночью минус. Выехали. А тут оказывается уже и днем можно ездить и сеялкой вкидывать. Вот это решили повторно внести еще сеялкой. Ну, обычно позже. А сейчас, если погода позволяет, как раз эта селитра, которая не растаяла, как раз сейчас во влаге этой перемешается. Я думаю, пойдет в пользу. А так сверху лежит. Ну, как-то мало видно. Вчера мы приехали, вечером было больше. Румом по 100 килограмм кидали. Сегодня ветер. Вчера тепло было так. Ветра вообще не было. Сейчас посмотрим, как проходит у нас эта процедура. И уже думаем, наверное, будем сеять ячмень. Может быть, завтра. Узбекская селитра в желтых мешках в этом году приехала. А вот через дорогу сейчас, кстати, посмотрим пшеницу. Тут наша пшеничка паровая. Мышей даже по парам валом в этом году. Раза 3-4 травили. Нормальная пшеница. Еще как-нибудь видео сниму. Посмотрим, как у людей пшеница выглядит. По-разному. Есть пшеница, вот как у нас ячмень такой. Только повсходил. Мало. Ну, даже у нас есть где по подсолнуху. Вот выглядит как ячмень. А пар есть пар. Я всегда говорю, пар есть пар. Так что мы уже больше месяца снега не видели. Дожди были, да, не спорю. Земля... В этом году влага есть. Влагозапас. Ну, как и в прошлом, в принципе. Влагозапас хороший был. Пылюка идет уже. Вот уже и заканчивается. Наверное, сейчас будем уже засыпать последний круг. Уже пыль.
Видите, по следам уже даже не прогрузает. И на колеса даже не берется. Лязюга. Что-то эта банка больше высыпает. Что, засыпать, что? На засып, потом на все открывать все равно. По 180 кг. А, ну потом, да. Здесь просто румом уже вкинули. Тут у нас приспособление специальное. В прошлом году видели. Чтоб камни не попадали там. Закаменевшая селитра. Это что, в мешке было? Да, может быть, вот такая, я сюда знаю. Вот такие вот камни. Сейчас по-любому будут спрашивать у меня, на чем летал. Сейчас заодно и покажу. Ветер, конечно. Сейчас полетаем. Понаблюдаем за трактором. Все, понял, что ветер, видел и стал. Да, вот сразу так пошел, а понял, что ветер и все, зафиксировался. Носит. Thank you.
все темнеет уже. На этом я видео буду заканчивать. Всем удачи. Закат красный, будет, наверное, мороз. Посмотрим, какой ячмень будет через месяц.